Так, вот у нас идет процедура хиджамы. Кое-где мы уже поставили баночки для кровопускания капиллярной крови. Вот тут она уже хорошо выделяется. Банки запотели, видите? Это значит идет внутри повышение температуры, испарина. И вот это повышение температуры до 38 градусов очень хорошо влияет на устранение всяких там внутри убивания бактерий, вирусов. Вот, смотрим, какие баночки созрели уже, да, как бы как яблоки зреют, вот так вот внутри, видите, покраснение такое здоровое, да. Вот с ними мы начнем, соответственно, процедуру саму. Сначала протрем спиртом. Так вот, делаем аккуратно надрезы такие только по поверхности. И ставим в банку. Вот, уже выделились капельки крови. Первые пошли. Это хорошо. Процесс пошел. Вот мы снимаем уже банки после хиджамы. Тут видно, что здесь, например, вот видите, вот кровь свернулась, эритроциты там свернулись. Видны в ней какие-то желтые сгустки вот здесь вот. Видите, внутри что-то вышло. И капельки, вот видите, капельки пошли жидкости. Скорее всего, это сукровица выходит, да? Мы это все снимаем и устраняем наш урожай. Процесс в самом разгаре идет. Глубокое очищение крови человека и омоложение. Вот результат. Видите, как свернулась кровь. Это склеились эритроциты. Полностью такая вот гадость из нас выходит. Видите, какая? Такие пиявки. Вот это все мы устраняем и выбрасываем. Вот они какие. Все это грязная кровь ненужная. Ее устраняем, и организм будет образовывать новую свежую кровь. Вот эти ранки перекись водорода обрабатываем. Тут прямо чувствуется, что температура поднялась в этих местах. Горячее, чем вот здесь, например. И, соответственно, это идет внутренний процесс борьбы против всяких там вирусов, грибков, бактерий. Они потихонечку убиваются. Итак, вот у нас процедура хиджама подходит к концу. Здесь вот банки запотели, мы видим, да? Кровь на холке собралась. Не везде крови много обильного. Вот, например, здесь много крови, да? Это значит место проекции какого-то органа, скорее всего, по центру, это получается на желудок похоже, в районе 5-6 позвонка грудного. Здесь вот мало выходит, здесь вообще мало. Вот, и соответственно, так мы можем ориентироваться, где что у нас в организме, какая проблемка. Ну, например, вот видите, здесь вот совсем мало. Ну, например, давайте вот с этой зоны начнем. Вот мы подготовили ватки, да, чтобы собирать кровь, но я думал, что она даже не потечет. Смотрите, открываем. О, и видно вот такой вот вулкан. Видите, внутри какая-то жидкость, это вот сукровица. А сама вот эта вот штуковина, это даже вот такой вот сгусток. Вот он, даже и не кровь. Вот такой вот он, липкий, видите какой. Вот висит. Это склеившиеся эритроциты. Видите, как пиявка, как будто вот мы ее взяли, да? И, соответственно, такую мы выкидываем, выбрасываем. А замене ее пойдет алая, свежая, чистая кровь артериальная.